Это война кольца. Попытка поймать Голлума провалилась из-за нежданного вторжения орков. Встревоженный тем, что эти злобные твари так близко подобрались к королевству его отца, Леголас направился в темные чащобы Чернолесья, чтобы предотвратить нападение орков на свой народ. Я не позволю оркам продвинуться на север. Мы разобьем здесь лагерь и соберем больше сил. Надежда не покинула меня. Где-то беда? Тирин! Я даю тебе клятву. Чего ты хочешь? Разумеется. Я здесь. Тебе что-то нужно? Это просто. Разумеется. Я здесь. Чего ты хочешь? Мой лук послужит тебе. Готов. Здание построено. Задание выполнено. Здание построено. Тебе что-то нужно? Все будет сделано. Здание было улучшено. Разумеется. Все будет сделано. Да, уже иду. Разумеется. Приветствую тебя, друг эльфов. Ларин-Ле. Я последую твоему совету. Да. Здание построено. Все будет сделано. Уже иду. Я здесь. Слушаю тебя, друг эльфов. Чем могу помочь? Да. Здание было улучшено. Здание построено. Задание выполнено. Все.
Чем могу помочь? Здание построено. Это просто. Я даю тебе клятву. Пора двигаться. Я стану вашим проводником. Вот так. Я стану вашим проводником. Задание построено. Задание выполнено. Все будет сделано. Это просто. На нас напали. Я последую твоему совету. Нет, не могу. Пора двигаться. Идем. Тень растет. Чего ты хочешь? Готов. Туда, куда ведет дорога. Идем. Здание построено. Идем. Чего ты хочешь? Это просто. Уже иду. Ха, это все? Туда, куда ведет дорога. На ваш лагерь напали. Я сделаю все, что могу. Идем. Я даю тебе клятву. Во славу всего. Пора двигаться. Слушаю тебя, друг эльфов. Мой лук послужит тебе. Идем. Туда, куда ведет дорога. Легкий путь. Здание построено. Мы идем. Мы идем. Мы идем. Я здесь. Только скажи. Я последую твоему совету. Легкий путь. Пора двигаться. Легкий путь. Туда, куда ведет дорога. Пора двигаться. Туда, куда ведет дорога. Пора двигаться. Я сделаю все, что могу. Туда, куда ведет дорога. Мы идем. Пора двигаться. Пора двигаться. На ваш лагерь напали. Здание построено. Чем могу помочь? Все будет сделано. Я даю тебе клятву. Пора двигаться. Мы идем. Я даю тебе клятву. Исследование завершено. Скажи, о чем ты думаешь, друг? Пора. На двигаться. Нас напали. Здание построено. Я здесь. Это просто. Чем могу помочь? Это все? Я здесь. Все
все будет сделано. Оттесните их! Легкий путь! Уже иду! Чего ты хочешь? Чего ты хочешь? Только скажи. Пора двигаться туда, куда ведет дорога. Исследование завершено. Я даю тебе хлеб. Нет, на славу свет. Готов. Здание построено. Да. И это все? Я здесь. Все будет сделано. Слушаю тебя, друг эльфов. Я последую твоему совету. Пора двигаться. На ваш лагерь напали. Идем. Исследование завершено. Исследование завершено. Мой лук послужит тебе. Легкий путь. Пора двигаться туда, куда ведет дорога. Легкий путь. Я сделаю все, что могу. Идем. Мы идем. Идем. Пора двигаться. Пора двигаться. Пора двигаться. Идем. Туда, куда ведет дорога. Я даю тебе клятву. Туда, куда ведет дорога. Легкий путь. Я сделаю все, что могу. Готов. Оттесните их! На нас напали. Идем. Я даю тебе клятву. Пора двигаться. Нам предстоит долгий путь. Тихо. Я даю тебе хлеб. Я сделаю все. Сильность. Готовы. Целимся. Туда, куда ведет дорога. Я готов. Где-то беда. Я последую твоему совету. Я последую твоему совету. Исследование завершено. Исследование завершено. Я готов. Мой лук послужит тебе. Скорее! Я готов. Где-то беда? Скорее! Я стану вашим проводником. Я стану вашим проводником.
Я стану вашим проводником. Пора в разведку? Пора в разведку? Уже иду. Я стану вашим проводником. Я готов. Уже иду. Я стану вашим проводником. Я готов. Мой лук поможет тебе. Бесшумно. Приветствую тебя, друг эльфов. Фарин. Мой лук поможет тебе. Мы идем. Мы идем. Мы идем. Я даю тебе хлеб. Во славу света. Целься! Тула Хакана. Скажи, о чем ты думаешь, друг? Сражай! Я сделаю все, что могу. На мясо! Оттесните! Я даю тебе хлеб. Всем. Готов. Готов. Туда, куда ведет дорога. На мясо. Я сделаю все, что могу. Да. Я последую твоему совету. Тень растет. Да. Я последую твоему совету. Мы идем. Во славу света. Время. На нас напали. Готов. Скорее. Мой лук послужит тебе. Мой лук послужит тебе. Во славу света. Мой лук послужит тебе. Скажи, о чем ты думаешь, друг? Воды в колодце становится все меньше. Во славу света. На нас напали. Пора выступать. Приветствую тебя, друг эльфов. Враг не грех. Тень растет. Тень растет. Скажи, о чем ты думаешь, друг? На нас напали. Приветствую тебя, друг эльфов. Я стану вашим проводником. Надежда не покинула меня. Следопыт здесь. Я стану вашим проводником. Уже иду. Да пребудет с нами Надежда. Надежда не покинула меня. На нас напали. Готов. Мы идем. Мы идем. Скажи, он будет готов, друг.
Уже пора? Я полон сил. Я готов. Следопыт здесь. Я готов. Я стану вашим проводником. Тише. Запасы руды подходят к концу. Я стану вашим проводником. Вот так. Пора выступать. Враг не дремлет. Идем. Я сделаю все, что могу. Легкий путь. Новое задание. Готов. Оттесните их. Идем. Тула Хакана. Я даю тебе клятву. Готов. Целимся. Тула Хакана. Задание выполнено. Пора выступать. Во славу света. Я даю тебе клятву. Пора двигаться. Идем. Пусть летит. Я даю тебе клятву. Я последую твоему совету. Тула Хакана! Во славу света! Я последую твоему во славу света! Тула Хакана! Больно! Я даю тебе хлеб! Во славу света! Нет, не могу! Во славу света! Легкий путь! Пора двигаться. Скажи, о чем ты думаешь, друг? Мы идем. Я сделаю все, что могу. Пора двигаться. Я сделаю все, что могу. Мы идем. Легкий путь. Легкий путь. Легкий путь. Я сделаю все, что могу. Туда, куда ведет дорога. Пора двигаться. Я сделаю все, что могу. Туда, куда ведет дорога. Пора двигаться. Мое сердце обливается кровью при виде подобных разрушений. Сделаем так, чтобы орки больше не срубили ни одного дерева. Легкий путь. Оттесните их. Тень растет. На нас напали. Во славу света, ты думаешь, друг? Пора двигаться. Легкий путь. Идем. Легкий путь. Я сделаю все, что могу. На ваш лагерь напали. На нас напали. Мы идем. Пора двигаться. Я сделаю все, что могу. Идем. Готовы? На ваш лагерь напали. Я сделаю все, что могу. Мы идем. Я последую твоему совету. Готов. Я сделаю все, что могу. Я сделаю все, что могу. Я сделаю все, что могу. Туда, куда ведет дорога. Легкий путь. Пора двигаться. Я здесь. Все будет сделано. Я
Я последую твоему совету. Туда, куда ведет дорога. Туда, куда ведет дорога. Легкий путь. Туда, куда ведет дорога. Идем. Мы идем. Колодец высох. Король Трандуэл послал нас, чтобы мы помогли разыскать голума. Я вижу, что сейчас есть и более важные дела. Скажи, о чем ты думаешь, друг? Во славу света! Готов! Во славу света! Надежда не покинула меня. Я даю тебе хлеб. Здание было улучшено. На нас напали. Мы идем. На ваш лагерь напали. Скажи, о чем ты думаешь, друг? Пора двигаться. Мы идем. Пора двигаться. Пора двигаться. Легкий путь. Легкий путь. Пора двигаться. На ваш лагерь напали. На нас напали. Мой лук послал славу света. Нет, не скажи, о чем ты думаешь, друг? Мы идем. Пора двигаться. Я сделаю все, что могу. На ваш лагерь напали. На мясо! Я здесь. Ха! Это все? Мы идем. Туда, куда ведет дорога. Туда, куда ведет дорога. Все будет исполнено. Скажи, о чем ты думаешь? Друг, туда, куда ведет дорога. Все будет исполнено. Мой лук во славу света. Тула Хакана. Тула Хакана. Во славу. Во славу света. Готов. Во славу света. Во славу. На нас напали. Во славу света. Я последую твоему совету. Готов. На ваш лагерь напали. На нас напали. Тень. На ваш лагерь напали. Во славу света. Во славу света. На нас напали. Я последую твоему совету. Да. Да. Запасы рыбы иссякли. 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 Запасы рыбы иссякли.
Запасы рубы иссякли. Запасы рубы иссякли. Запасы рубы иссякли. Запасы рубы иссякли. Запасы рубы иссякли. Запасы рубы иссякли. Запасы рубы иссякли. Запасы рубы иссякли. Запасы рубы иссякли. Запасы рубы иссякли. Запасы рубы иссякли. Запасы рубы иссякли. Запасы рубы иссякли. Чем могу помочь? Мой лук послужит. Мы очистили эту часть леса, но я думаю, что корень зла в Долгулдуре. Мы должны спешить. Несмотря на победу над орками, Леголас понимал, что война еще не закончилась. Он полагал, что за побегом Голлума может стоять некая темная воля. Неподалеку находился Долгулдур, мрачная крепость, некогда бывшая оплотом темного властелина. Похоже, именно в ее стенах Леголас может отыскать ответы на мучившие его вопросы. «Это война кольца».